Подождите, еще в 2022 году это все начиналось, эта вся эпопея с вирусом. Ё-моё, это еще в 2022 году начиналось. Майнивно с вами, всем привет. И сегодня с реакция на видео, которое называется Майншилд, Майнкрафт клип, Yellow Fire 2022. Сам душенька попросил меня сделать реакцию. Ну, я что, могу отказать на стриме душеньки? Не могу, поэтому будет смотреть, будет интересно, тем более это клип, погнали. Я антимайни, я очень зол. Я украл вашего глупого блогерка, потому что у него появился магазин, и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой. Но у Майни Шоп уже скидки, поэтому, ребята, донаты, Steam пополнение, всякие геншины. Приходите, смотрите, ссылка в описании. А мы продолжаем смотреть видос. Вот Yellow Fire, это же Фарадей, да? Вот, блин, ну... Ну, он крутой аниматор, конечно, Фарадей в этом плане бог. Испокон веков люди верили в богов, что не зная бед царили над землей. Но взгляни сейчас, полубоги среди нас, святы сердцем и отважною душой. Дружба так крепка, как алмазная кирка, но разбить не так уж сложно. Даже в трудный час продолжаем бить. Прыгни, прикольно. Не, ну анимация прям вообще балдежная. Подождите, еще в 2022 году это все начиналось, эта вся эпопея с вирусом. Ё-моё, это еще в 2022 году начиналось. Кошмар. Ой, это вообще мне очень нравится. Силиманджанка, эти цвета. Здорово, пугу. Ой, не анимация, конечно, вообще божественная. Вахар Фёдов. В мире клеветы потеряешься в пути, пока не познав добро, увидишь свет. Только свет потух, атмосфера гложет дух. Наши страхи стали явью, но мы все равны и творить судьбу вольны под покровом тьмы. Кто мы из высших раз, что господствует над миром? Не жалея. Хочу не только похвалить анимацию, но на самом деле сведение трека мне очень нравится. Минусовка сведения и, в принципе, исполнено довольно неплохо. Все так как-то стилистики классно выглядит. Не знаю, изучит. Как-то... Ну, сведение реально неплохое. Но анимация тут 10 из 10. Не зря балдёж. Блин, ну слушай, я не зря посмотрел этот ролик. Спасибо, душеньки, за совет. Реально качественно. Музыка Фарадей, текст Фарадей, вокал Фарадей. Как капец. Все Фарадей. Аранжировка Динар Мьюзик. Ну блин, вообще Фарадей просто бог. Реально, он все сделал. Вот это, знаете, вот это, что можно сказать, что это продукт, вот это его чисто продукт. Вот. Вот. Тут не из его имени, не из его никнейма, только один человек. Знаете, вот когда это реально... Он тут не то, что частичку себя, это весь Фарадей. Весь Фарадей и частичка Динар Мьюзика, понимаете? Обалдеть. Не, ну Фарадей очень крутой, типа, в этом плане анимация, то, как он все это делает, вау. Тем более риггинг, там видно, что и правильный скелет все построены, и модельки он поделал, всякие то эти щиточки, то, блин, светом, работа со светом просто невероятная. И сам сценарий клипа, то есть раскадровку по-любому он тоже рисовал. Блин, круто. Конечно, Фарадей в этом плане удивляет то, как он творит.
прям, не знаю, может, не сказать, что мне прям, может, там сильно, может, в уроки заходят, может, надо еще посмотреть, ознакомиться, и зайдут там именно обычные, да, там, не летсплеи, а вот про Майншилл и так далее. Но вот именно то, как он делает, это не настолько качественно, невероятно. Вот такие дела, ребята. Спасибо, душечка, еще раз за совет. Всех люблю, всех целую. Всем пока.